Друзья мои, всем привет! С вами Кухня с акцентом. И сегодня у нас великолепный, великий рецепт. Мы сегодня будем готовить хачапури по-мигрельски. Очень простой, но просто невероятно вкусный рецепт. Поехали! Для того, чтобы сделать этот великолепный хачапури, нам нужно, конечно же, сначала замесить тесто. Для этого нам нужно молоко. Оно здесь. Дрожжи. Ложка. А если серьезно, берем сначала, друзья мои, сахар. Берем пол чайной ложки сахара, добавляем это в молоко. Перемешиваем, чтобы сахар растворился. И добавляем в теплое молоко примерно 5 грамм дрожжей. Этого более чем достаточно. Подождем немного, пока дрожжи тут начнут действовать. Тем временем возьмем чайную ложку соли и добавим к муке. Кстати, друзья мои, весь рецепт, вся граммовка, в точности все будет в описании к видео. Соль перемешиваем с мукой. Ребят, сразу вам скажу, что есть рецепты теста для хачапури, куда идет яйцо. Я, например, делаю без яйца. Это чисто молоко, дрожжи, соль, сахар и чуть-чуть масла растительного. На этом все. И как по мне, получается, знаете, вообще идеальное тесто. Самое простое и в то же время самое легкое в приготовлении. А пока мы дрожжей дожидаемся, давайте про сыр немного расскажу. У меня тут эмеретинский сыр и сыр сулугуни. Сулугуни у меня 350, эмеретинский тоже 350. То есть в целом у меня 700 грамм сыра. Друзья, дрожжи у нас активировались. Делаем углубление в нашей муке. Добавляем чуть-чуть растительного масла, пока 1 столовую ложку, потом еще будем вводить, еще чуть-чуть, и опять вводим его в наше тесто, еще чуть-чуть масла. И вымешиваем тесто до тех пор, пока вот это все от рук не отлипнет. И тесто должно стать однородным. Тесто получается, ребят, очень-очень мягким, податливым, к рукам не липнет. Убираем его, накрываем крышкой, можете пленкой, как вам удобно. И отнесем где-нибудь в теплое место. Хотя здесь и так тепло, но рядом с батареей начнут дрожжи быстрее действовать. Друзья! А пока тесто взойдет, у вас есть время посмотреть как раз маленькую, но очень полезную рекламу. Друзья, хочу напомнить вам про сайт gurmadze.ru. Многие из вас уже заказывали специи с этого сайта и остались очень довольны. Ребята привозят специи прямиком из Грузии. И не только специи. На этом сайте вы можете купить тремали. Можете купить сулугуни и еще много других грузинских деликатесов. А для моих подписчиков по промокоду ПЕРЕЦ действует приятная скидочка. Ссылка на этот сайт в описании к видео. Заходите, покупайте и получайте удовольствие. А пока мы ждем теста, давайте приготовим начинку для хачапури. Это сулугуни, его как всегда натираем, как я вам уже говорил, а эмеретинский сыр разламываем руками. Сулугуни натерли, примерно 50 грамм отсюда забираем. Потом уже хачапури нам нужно будет посыпать тертым сыром, отлично. Терка нам больше не нужна. Берем эмеретинский сыр, разламываем его руками. Очень важный момент, друзья, сейчас учтите это, потому что хачапури будет испорчен, если вы это не проверите. Пробуем сыр эмеретинским. Очень слабо соленый. Сулугуни. Чуть побольше уже, да. Не думаю, что придется соль добавлять.
Но вы за этим проследите, ребят, сыр может тот же и меритинский сулугуни, они могут быть вообще не соленые, совсем свежие. Это еще лучше для хачапури, когда сыр свежий, но соль обязательно нужна. Знаете, какой момент? Вот, ребят, реально 90% вкуса. Если соль будет не соленая, хачапури, знаете, какой пресный. Вот вы кушаете его и как-то вот вроде все вкусно, но что-то не то. Поэтому, если вы чувствуете, что соли недостаточно, обязательно в начинку соль добавляйте. Перемешиваем сулугуни и имеретинский друг с другом. Как мне кажется, сыр достаточно жирный, друзья мои. Если сыр не очень жирный, знаете, в Грузии иногда добавляют в начинку еще одно яйцо. Еще для того, чтобы яйцо как бы связало немножко сыр. Здесь этого не нужно. Но столовую ложку муки, друзья, обязательно добавьте. Потому что при нагревании начнет влагу выделять и сулугуни, и имеретинский, который у меня очень свежий. Знаете, совсем еще такой молодой сыр. И если вы муку не добавите, слишком много влаги начнет выделяться. Хачапури у вас промокнет насквозь. Вот так. Одной столовой ложки более чем достаточно. Ну-ка, проверим. И все. Смотрите, такой комочек свободно делается сырный, который нам для хачапури нужен. Супер. Начинка у нас готова. А сейчас один важный момент для тех из вас, кто живет в Европе, в Америке. Вы часто мне пишите, чем можно заменить, например, сулугуни или чем можно заменить имеретинский сыр. Вместо сулугуни берете моцареллу, но она должна быть не совсем свежая, молочная моцарелла, а именно чуть поплотнее. Чем же заменить имеретинский сыр? Можно каким-то творожным сыром, можно использовать бринзу, можно использовать фету, но будьте очень осторожны, потому что и бринза, и фета достаточно соленые сыры. Поэтому, если вы найдете какой-то творожный сыр, как мне кажется, вообще будет отлично. Ну что ж, тесто у нас готово. Сейчас немного мукой припорошим стол. Разделяем тесто на две части, потому что я буду делать два хачапури. Или две хачапури. Ну, друзья, вы решите, там, два или две. На равные части. Тесто обалденное. Ладно, потом вот так. Сделаем из них круг. Ровный. Вот так. Красно. Вот здесь тоже в углу припорошим немножко мукой. Положили один. Накрываем, друзья, полотенцем. Пускай тесто немножко отдохнет и чуть-чуть еще взойдет. Минут 10-15 максимум и продолжим приготовление. А тем временем, пока у нас тут тесто отдыхает, включаем духовку. Максимум, что есть у вашей духовки. Берем одну часть теста и пытаемся пока руками придать круглую форму. Руками это сделать легче, чем скалкой. Друзья, я чуть не забыл один момент упомянуть. Знаете, вот когда делают мигрельские хачапури, обычно знаете, что делают? Посыпают вот этой начинкой. То есть, вот, например, сделали хачапури, намазали яйцом и начинку сверху. Почему? Почему я так не делаю? Потому что я очень не люблю по вкусу жареный имеретинский сыр. Он мне почему-то, когда он жарится сверху, напоминает по вкусу тофу, а я тофу вообще не люблю просто. Ну, тофу, надеюсь, поняли, да, соевый сыр. Поэтому я всегда, знаете, сверху натираю какой-то сыр, там, или сулугуни, или еще что-то. Я тут нашел в холодильнике кусочек какого-то сыра, который я не помню уже, что это за сыр. Но лежал такой желтенький, я его к сулугуни тоже отправил. Начинку разделяем на две части. Шары должны быть одинакового размера, друзья. Поэтому вы их заранее сделайте, чтобы можно было регулировать размер. Берем начинку, кладем вот так к центру и собираем тесто
Друзья, точь-в-точь, как хинкали. Вот так. Вот так, друзья, собрали к центру. И опять пытаемся придать идеальную форму. Здесь закатали, перевернули. И можно уже использовать скалку. Делаем дырочку вот так в центре. Это важно, потому что сыр начнет закипать. И чтобы влага не порвала наш хачапури. Потом, друзья, берем яйцо. Разбиваем. Забираем хачапурку. Переносим на пергамент. Кстати, когда вы его на горячий противень перенесете, его еще можно немножко расплющить. Вот так разогнать по сторонам. Мажем яйцом. И посыпаем сыром. Не слишком много, друзья. Это не пицца. Отправляем в горячую духовку. Это примерно 15-20 минут. Но, друзья, следить надо, потому что если у вас другая духовка, за 20 минут она так этот хачапури спалит. То есть визуально контролируем. Как только сверху хачапури подрумянится, он готов. Все, ему больше ничего не надо. Один хачапури у нас пошел. Пора присмотреть за вторым. Делаем все точно так же. Еще один важный момент. Хачапури хорошенько пропеките. Не бойтесь, даже если сверху будут чуть-чуть подпалены, вот ничего страшного. Вот типа пиццы. Иногда же вам пиццу приносят, там она с подпалинами. Смотрите, друзья, не сгоревшие, с подпалинами. То есть вот, когда, знаете, он хорошенько так зажарился, уже начинает сгорать, и в этот момент вы его оп, и вытаскиваете. То есть, если у вас сгорит, потом не говорите, что я так сказал. Не сгоревший, а с подпалиной. Ой, ребята, вы на это чудо посмотрите просто, что это такое. Вы не смотрите, что он вздулся, там пар снизу. Как вытащить, он опять опустится. Мне кажется, уже достаточно с него. Можно его вытаскивать. Отправляем вторую сразу в духовку. Когда вы ложите хачапури на горячий противень, друзья мои, он опять-таки сразу становится податливый, поэтому его можно еще немного вот так раздвинуть. Супер! Ну что ж, друзья, давайте начнем с того, который уже слегка подостыл, пока вот этот готовился. Нарежем его. Запах, знаете, какой? Ребят, запах вот просто не передать. Можно в кинотеатре показывать вот этот хачапури на 5D, там, как и в кинотеатре. Ну что ж. Ребята, вы на это посмотрите. Тесто тоненькое, начинки много. Ну что, друзья, попробуем? Выглядит сумасшедше. Хачапури, это вот получился просто что-то бесподобное. Вот этот верхний слой, вот почему мне мигрельский хачапури так нравится. Он реально хрустящий, там жареный сыр. Это такой вкус какой-то, обалденный, вообще супер.
Ладно, ребят, долго тут распинаться не буду, потому что мигрецкий хачапури как бы в рекламе особо не нуждается. Рецепт невероятно простой, друзья. Вот буквально часа два, там пока тесто взойдет, и вы запечете, все сделаете, у вас шикарный хачапури. Что еще хочу момент подметить, хачапури очень большие. Ну реально, тут один хачапури на двоих, это просто с лихвой. Можно, думаю, из того, что я вам показал, три хачапури сделать, чуть поменьше, а не два. А можно один и совсем большой. Ладно, друзья мои, надеюсь, что видео вам понравилось. Пожалуйста, как всегда, пользуйтесь нашими рецептами и наслаждайтесь. А с вами был Зураб и его прекрасный оператор. Любим вас. Желаю вам хорошего аппетита и чтобы ваша жизнь, знаете, друзья, всегда была и такой же красивой, и такой же вкусной, вот как этот хачапури. Если у вас хотя бы на 10% это исполнится, это вы вообще будете в шоколаде. Ладно, всем спасибо, пока-пока. А пока мы ждем сыр. А пока мы ждем теста, давайте сделаем начинку и меретинский сыр натираем. Все наоборот. Спустя 15 минут берем наш сыр,